29 ноября пройдут выборы в молодежный парламент Сергиево-Посадского района. Избирательный участок будет открыт в библиотеке имени Василия Розанова с 12 до 19 часов. Приглашаем мы всех молодых избирателей нашего района в возрасте от 14 до 35 лет с паспортом для того, чтобы определить, кто из кандидатов пройдет в молодежный парламент. У нас официально зарегистрировано 20 кандидатов. Из них 10 человек пройдут в молодежный парламент. Основные требования к кандидатам – это была возрастная планка в возрасте от 16 до 35 лет. Они обязательно должны проживать на территории, быть зарегистрированным, проживать на территории нашего района. Молодежный парламент Сергиево-Посадского района своих кандидатов представили 6 поселений. Сергиев-Посад, Ходьково, Краснозаводск, Пересвет, Богородское и Шеметово. По словам председателя молодежной районной территориальной избирательной комиссии Алексея Скобелева, при проведении агитационной деятельности у кандидатов нарушений не выявлено. И как только мы их зарегистрировали, им было дано право на проведение агитационной деятельности. Каждый агитировал себя как хотел, кто-то печатал листовки, кто-то в учебном заведении перед студентами выступал, перед школьниками. Никаких нарушений, никаких проблем у нас выявлено не было, все хорошо, все спокойно. Кандидаты в рамках своего правового поля проводили свою агитационную работу. Молодежный парламент формируется при районном совете депутатов. Срок его полномочий составит 2 года. Напомним, что выборы в молодежный парламент Сергиево-Посадского района пройдут в четверг, 29 ноября. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».